Короче, все, я подала заявление на паспорт. Месяц будет готовиться мой паспорт. Я очень рада, безумно. И потом уже буду менять все остальные документы. Ничего сложного нет. Просто подстава века. Мне, кажется, нужны были фотки на паспорт. А я выгляжу как-то не очень. Придется завтра ехать красиво и фоткаться на новый паспорт. Ну что, вы можете меня поздравить, я сменила имя и фамилию, наконец-то я свинила, все, это все, что вам нужно знать. Сменила я наконец-то фамилию мужа на свою, прошел ровно месяц, как я подала документы, также я сменила имя на Сашу, теперь я официально Саша, сейчас я еду в МФЦ подавать на новый паспорт. Короче, все-таки я сделала. Я сказала, что я выгляжу как ушлепок. Вика сказала, что мне правда нравится эта фотка. Почему лицо на паспорте как кирпич?